Орловским судьям не хватает места. По нормативам у каждого работника Фемиды должны быть свои 200 квадратов. В эту цифру входит не только кабинет, но и зал судебного заседания. Железнодорожный советский суд находится на Горького в одном помещении. И как и в советском районном суде, так и в железнодорожном не хватает площадей по нормам положенности. Деньги на расширение площадей слуг Фемиды готов был выделить федеральный бюджет. Планировалось арендовать четырехэтажное здание железнодорожной администрации, наполовину пустующее сегодня. Альтернатива зданию, где сегодня располагается железнодорожная администрация, есть. Примерно в 300 метрах отсюда пустуют муниципальные помещения, где вполне могли бы разместиться 12 административных работников. Проанализировали в управлении департамента Орловской области. Кстати, в бюджете Орла на следующий год запланированы средства на приведение в порядок простаивающих квадратных метров. А старое здание администрации через 5 лет хотели передать в федеральную собственность. Но не тут-то было. Вето на планы судей в горсовете наложила фракция КПРФ. Кто против? Так что пока и железнодорожная администрация, и железнодорожный суд остаются на своих местах, как и федеральные средства. 25 декабря 100 с лишним миллионов вернутся назад в федеральный бюджет.